Примерно часов 8 вечера постараюсь успеть до темноты. В темноте камера не снимает, потому что фонари как бы... Вон дядя Игорь сзади идет. Будем пробовать. Вода мутная. Но вчера отлично брали. Очень много травы. Надеюсь, что это нам на руку. Что рыба вот перед штормом подойдет. Не знаю, что мы сегодня можем поймать. Погода вообще не радует. Сам вязал самодур, это не покупной, это полностью мой. На свое намного лучше ловить. По шнуру у меня 0,6 шнур на катушке стоит. Катушка подходит абсолютно любая, но лучше 2000 какая-то, ну точнее 3000, наверное, можно 4, ну я же говорю, любая. У меня 2000 с ультрика грузила, сейчас буду использовать 50 грамм. И удилище где-то лучше 3,60-3,90 в такую погоду. Проводка осуществляется вот таким способом. Коснулась дна, два раза дернул. Коснулась дна, два раза дернул. Раз, два, пауза. Получается, перышки вот эти, она часто хватает на падении. Заброс в пределах там 50-60 метров сейчас. Но ветер в лицо, поэтому сложнее. Оп, была поклевка только что. И что-то там на том конце дребезжит. О! Сейчас я вам покажу рыбешку. О! Надеюсь, не сошла еще. Нет, есть. Смотрите, как вам. Вот она. На выбросе. Заброс подальше. 60 метров где-то. Проводка, смотрите. Оп, сразу. Оп, сразу на выбросе. Смотрите. Есть. Стоит, стоит, стоит. Все, мотаем. Самодурщик, вы сами видите, рабочий. Кому интересно, пишите в личку, могу такой же связать. Вон, ай, сошла только что. Поднялся слишком высоко. Пока поклевок нету. Было вот это вот примерно на 60-70 метров на выбросе. Только коснулась дна и сразу. Взяла очередная, вот такая здоровая.
красавица. На самодур с перышек зеленым хвостиком. Бегом, бегом, бегом! Пока нас тут не обхватило. Мы это сделали.